И всем привет, ребята, меня зовут Макс, я дальше продолжаю проходить игру GTA San Andreas на 100%, у нас статистика уже 79,68%. У нас остались гонки только в Лос-Анджелесе. Как вы знаете, три гонки уже по сюжету у меня были пройдены, но я помню, был такой баг, что одна гонка типа тут не засчиталась. Но вот, если какие-то проблемы, всегда вот здесь можно их перепройти. И вот это тоже гонка была пройдена. Сейчас ждет гонка «Малая петля». Погнали. Значит, это вторая попытка, не буду скрывать. Я пытался тут убить всех, но у меня не получилось. В итоге, пока я понял, что мне это не получится, меня уже не 20 раз обогнали, и в итоге обогнать их не успел, потому что слишком короткая трасса оказалась. Вот так вот, даже на, казалось бы, легкой гонке можно легко зафейлиться. Нет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Нет, гады, нет. Вы не посмеете. Фиг вам. Не обгоните меня. Гонка, уважаю, гонка короткая. Поэтому зафейлиться здесь гораздо сложнее. Потому что если нечаянно ты там тупанешь, они тебя обгонят, то догнать их будет сложно. То есть когда длинная гонка, как, например, вот у меня была с этим, вот в GTA 5 на... Все, победа. У меня было на этом. Господи, не помню, как он называется. На триатоне, господи. То там она получится гонка, если там можно было догнать. А тут уже по-другому. В общем, ладно, ребят, на этом видео я заканчиваю. Малая петля, да. Всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока.